понимаете, ребенка надо уметь слушать. Надо выслушать его до конца, чтобы он высказал все, что он думает. И тогда он будет говорить. И тогда он все вспомнит. Смотри, вопрос. Мы управляем мыслями или мысли управляют нами? Для того, чтобы жить в этом мире, очень много приходится размышлять. Здесь есть отсылы вот к той фразе, которую Костя говорит, там, говоря о враче, что мир большой дурдом, а слава богу, я живу маленьком. То есть, в принципе, об этом и стихотворение. Ну и посвящение вот вашему фильму интуитивным. В серых копотных снегах запаршивила Россия. Нету правды ни в ногах, ни в словах вельмож спесивых. И присела полстраны, кто на нары, кто в испуге. Вечный праздник сатаны, вечный умри за други. И в тумане нелюбви ходят люди все по кругу. Век учись и век живи, затянув ремень под пругу. И уходят мужики косяками за завесу, молодые старики, уступая путь прогрессу. И не сбагрить, не пропить остальным пророху долю. Как же дальше, братцы, жить? С кем идти по снегу полю, и родева луна улыбнется чувств не грея, и припомнится она, светоча в глазах Андрея, и укроется страна от холодного нездюжим, от халтуры и вина, чертовых соблазнов дюжин, покрывалом не темна, а святого амафора. Вдруг согреется страна, пережившая реформы и предательство идей, и падение кумира, и родивый Андрей вновь увидит Деву мира. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо.